Ребят, как хорошо, солнышко, загораю, лежу около метро, никто мне не мешает, а в руке я держу комментарий самый лучший, который получил за прошлый выпуск. Вот 1000 рублей он получает. 1000 рублей можете получить и вы, написав лучший комментарий. Ну а сегодня мы снимаем уже второй выпуск нового сезона «Что купит школьник?». И сегодня у нас впервые столкнутся в баталиях брат с сестрой. Так что сегодня у нас спецзадание. Каждому из вас выдается вот такая бумажка, 1000 рублей. Но у нас не просто «Что купит школьник?» на свободную тематику. Вам нужно в любом месте этого земного шара найти себе и купить, соответственно, наушники. Зрители, ребят, давайте в комментариях будете писать, за кого болеете, за Даню или все-таки за Аню. И победитель получит, ну, AirPods, допустим. Погнали! Короче, смотрю на карте, здесь самый выгодный Техномакс, думаю пойти туда. Так как я занималась музыкой, я немного разбираюсь в наушниках. Мне кажется, я знаю, где я буду покупать, но не уверена. Я пока ходила, ну, пока сюда шла, я увидела ДНС, МТС и что-то еще такое. Ребят, я вам уже рассказывал про сайт Rambox, расскажу и в очередной раз, только появились некоторые классные новости. Сейчас у Rambox проходит конкурс, в котором приз выбираете именно вы. Или колонку JBL Pulse 3, или наушники AirPods 2, или камера GoPro Hero 5. В Rambox вы открываете коробки с призами, получаете эти призы непосредственно по почте. И сейчас они добавили две новые коробки. Это коробка Мстителей для фанатов Мстителей, или коробка с игрой Престолов для фанатов Игры Престолов. А еще у них есть бесплатная коробка, то есть вы можете бесплатно получить какой-то приз. Нужно всего лишь авторизоваться через контакт, вступить в их группу ВКонтакте и пополнить свой счет в течение 24 часов. Призы людям действительно приходят, но убедиться в этом можете, прочитав отзывы на сайте. Все они настоящие, с фотографиями, между прочим, посылок. Ой, Даня, здесь в выпуске участвуешь. Подожди, пока ты бегаешь, смотри, коробочку давай будешь открывать. На, держи телефон в руки. Ух ты, Игра Престолов. Вау. Маска из Игры Престолов, поздравляю. А по ссылке в описании вы получите 50 рублей и 20% бонуса на свой депозит. Переходите на Rambox, ребята, мы пойдем следить, что там это, у наших друзей. Ну, возможно, куплю здесь, но не знаю. С пустом. Заходим в Техномакс. Давайте прошу вас просто поставить лайк под этим видео. И если мы соберем 10 тысяч лайков, то я приеду в следующий город и тоже раздам школьникам сумму больше 1000 рублей. Уже больше 1000 рублей будем немножко постепенно увеличивать. Наушниками, похоже, не пахнет. Я надеялся на Техномакс, а здесь нет наушников. Ну, хотя бы рядом Евросеть. Я посмотрел, там вроде есть JBL нормальная. Samsung, конечно, не по бюджету, дороговато. Пошлите обратно в Евросеть. Беспроводные, да? Мне очень нравится то, что они беспроводные, то, что они вакуумные, и, почитав характеристики, мне они тоже, в принципе, понравились. Можно наушники JBL? Ну и мне еще нужны беспроводные, так как я тиктокер, привет. Ну и возьму такие. Ну, в общем, ребят, купил я наушники JBL, стоят они 999 рублей, сдача 1 рубль. Теперь пойдем к сестре, посмотрим, что купила она. А вот они подходят, ребята, давайте, брат с сестрой вовремя закончили свои съемки. Давайте, вставайте по разные стороны. Ну что, ребят, давайте, мы распаковываем наушники. Вы в комментариях обязательно, может, вы уже пользовались теми или иными наушниками, пишите, кто из них достоин главного приза, у кого наушники выбраны лучше. Цена у всех 999 рублей, то есть абсолютно одинаковая. Здесь, в случае с Аней, давайте сначала стоять, не открывая свою пачку, посмотрим, что у нас приобрела Аня. Это беспроводные, как я понимаю, да, наушнички? Да.
По дизайну они похожи чем-то на JBL-овские, у меня раньше были наушники. Здесь есть магнитная такая штучка из плюсов. Ну и вот так как-то это надевается, вот так вставляется, и мы слушаем музыку. Это Данины наушники, это стандартные JBL Harman. Что лучше, ребят, Sven или JBL? Напишите, пожалуйста, в комментариях, это очень важно. Также в комплекте есть фирменный чехольчик, в них будешь носить что-нибудь, в сменку в школу, например. Я без проблем подключился, давай включим, допустим, песню Syrian Song. На ней будем все проверять, там есть басы. Ну что, скажу честно, звук говно. Я ощущение, словно я слушаю наушники из Ашана, там, допустим, за 50-100 рублей. Здесь, наверное, основные деньги идут за беспроводную систему. Басов нет никаких абсолютно, частоты повыше, они проглатываются, и я получаю просто какую-то кашу. Ну, не знаю, вот послушай и оцени, пожалуйста. Сколько баллов из 5? 4. 4 балла из 5. Мнение Ани. Хорошо, оно приветствуется. И давай твое. Здесь звук тоже не очень, но здесь есть басы. Ну, послушай сам, послушай. Наверное, тоже 4. 4 балла из 5. Значит, смотрите, 4 балла из 5, 4 балла из 5. Моя оценка ни на что не влияет, но я сказал свое мнение, поэтому остается нам то, что зрители решат, у кого из вас лучше наушники. Во-первых, ребята, обязательно в вопросе отвечайте, кто из ребят лучше закупился наушниками, и пишите в комментариях, почему обязательно. Плюс лучший комментарий получит 1000 рублей. Я, если сейчас смогу перепрыгнуть через эту штуку, не убив себя и, самое главное, вас и наушники, то, значит, подписчики нам поставят много лайков под этим видео, понимаете? А если я убьюсь, то, ну, все равно поставят много лайков, правильно? Правильно. Так что давайте разгоняемся. Вот так вот. О, все, ребята, пока. До завтра. Ой, до скорого.